представители комитета гражданской авиации, акимата области и авиакомпании. В ходе совещания был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы, где авиакомпании также подтвердили, что взлетно-посадочная полоса находится на удовлетворительном состоянии, и они не намерены прекращать сюда полеты. Однако авиационная администрация, у нее были там определенные моменты, они указали нам дефектные плиты, которые вот надо оперативно прям менять. Мы свое обещание выполнили согласно протоколу. До 16 числа мы должны были поменять порядка 60 плит. На сегодняшний момент, на данный момент мы поменяли где-то больше 50. То есть у нас еще день в запасе есть, мы работу проводим, несмотря на сложные метеоусловия. Но, однако, видите, вот, да, сейчас помимо этого еще идет и информационная какая-то война. То есть атака идет на аэропорт? Да, вот мы говорим, мы говорим на сегодняшний день, да, вот, то, что работа ведется, мы делаем все, чтобы аэропорт не закрылся. Потому что это все-таки социальная напряженность для народа. Если аэропорт закроют, куда, допустим, мои сотрудники пойдут? Более 500 человек. У каждого есть семьи, зарплаты, кредиты. Мы вот из-за этого стараемся все, что в наших руках, все делаем. На данный момент мы сами, вот, конечно, авиационная администрация, она сама издала на там, извещение пустила авиакомпаниям, и они закрыли нас с 17 числа. А хотя по протоколу они должны были до 16 дать время нам, и там прям в протоколе прописано то, что с 16 они приедут, еще раз посмотрят, если есть прогресс, если мы свое обещание выполнили, вопрос о закрытии снимается. Но однако они почему-то побежали вперед и закрыли, но мы это закрытие не... Как сказать, мы сами не закрывались, это закрытие было с их стороны. Я думаю, сегодня, край завтра, вопрос уже решится, потому что то, что с нашей стороны, мы обещания выполнили. А можно спросить, вот в данный момент сейчас вот разрушение плиты было, это было раньше замечено или вот вы только в этом году это заметили? Нет, это, знаете, тут... Не начали работать? Нет, там ситуация очень такая. Плиты, они в 2007 году менялись. И после этого, допустим, да, за крайние 6 лет поменялись всего 132 плиты. За какой период? За крайние вот, с 21 по 15 год, если брать, 132 плиты все поменяли. Мы, допустим, за 2021 год только за один год поменяли где-то 228 плит. Потом залили смесью порядка 8 тысяч погонных метров стыков, ну, чтобы улучшить состояние.